Ребята, всем привет! С вами Конова Аня и VIP-новинки, часть вторая каталога 7 2021 года. Итак, Ди Портофино мы с вами практически всю посмотрели, осталось посмотреть лаки. Так, увеличиваем, да, то есть вот такие вот лаки получились, значит, это в один слой, это в два слоя. Вот такой вот синий лак, очень интересный, артикул 7699. Далее в один, в два слоя, да, вот в один, в два, я думаю, вы видите, такой вот лак с артикулом 7697, да, такой вот, в принципе, да, симпатичный 7697 лак. Вот, и третий лак у нас с вами получается вот такой вот. Я не тестировала ни на стойкость, ни на что. Я эти лаки буду одному хорошему человеку отдавать, и она уже потом скажет, понравились они ей, не понравились, и все, я вам об этом обязательно расскажу. Артикул 7698. Тут получилось, наверное, 2,5 слоя, вот, а тут получился в один слой. Да, такие вот они интересные, да, получаются. Их, конечно же, можно обязательно сочетать между собой. Таким образом, да, то есть мы с вами можем, допустим, вот такой вот блестящий лак нанести просто. Давайте сначала я вам нанесу его так просто. Да, то есть вот когда вы его наносите, тут такой небольшой слойчик, поэтому я сразу побольше вот его наносила, в принципе, симпатично. Если такой лак нанести вот на этот сверху голубой, то тоже получается так красивенько, симпатичненько, да, также можно в два, в три слоя, как вам захочется. Сам вот этот вот синий лак, он наносится тоже весьма просто, весьма здорово, да, то есть вот таким вот образом мы его наносим, и все. Так, надеюсь, вам хорошо видно. Он как будто с какой-то системой расправления. Немножечко такой, знаете, похож на гелевый лак, потому что когда вот мне мастер наносит гелевый лак, да, то есть он также как-то вот очень даже красиво-красиво блестит. И он быстро высыхает, если его наносить тонким слоем, подождать, подуть, да, потом сразу же наносить, допустим, получается второй слой, то это просто мгновенно. Вот, второй слой сохнет, конечно же, подольше, но первый слой вот великолепно. Ляпнула немножко, но я думаю, вам больше-то слой нужен, а не, да. Далее, значит, вот такой вот следующий лак, получается, с артикулом 7698. Его мы с вами также можем нанести поверх или перемешать, или что-то типа этого, да, сделать. Тут фантазия, вроде бы три лака, три цвета, но можно нафантазировать много чего классного, и действительно получается очень-очень красиво. Да, таким вот образом наносите, и получается очень даже ничего. Ну, вот эту вот подровнять, да, надо блесточку. Угу. То есть можно нанести вот так вот на один слой два вот таких вот слоя, да, то есть сочетать их между собой, тоже получится как бы такое разноцветное симпатичное покрытие, да. Вот таким образом можно вот перемешать, допустим, два прозрачных. Да, то есть перемешиваете два прозрачных, и получаются блесточки различные, да, тоже получается очень так симпатично в перемешечку. Угу, хорошо. Или можно вот такой вот, да, допустим, нанести на вот этот голубой, и тоже получится уже абсолютно другое, да, тоже получится классно. То есть наносится лак вот этот вот голубой. Мне почему-то он больше всех понравился. Я просто люблю такие голубые блестки. Он наносится красиво. Причем его так надолго хватает. В плане того, что можете ноготь за ногтем красить и красить. Вот так вот. Вот этот он более такой, конечно, редкий. Как вы видите, в два слоя получается не особо толще. Да, то есть он такой, как дополнение, может быть, идет. Вот не знаю, высох этот, не высох. Еще сюда вот нанести, да. Прям боюсь. А нет, уже подсох немножко, да. Тут, видите, просто два слоя было. Я из-за этого переживала, что за минуту высохнет, не высохнет. То есть так вот он наносится. Можно, конечно же, по-различному их тут комбинировать, корректировать. Да, сначала нанесли в один слой, к примеру, голубой. Вот вы знаете, он вот... Он не полосит, он, ну, вначале он полосит, но потом он выравнивается, и уже нету вот, ой, и уже нету вот этих вот полосочек, да, то есть он полностью так хорошо растекается. И потом, после того, конечно же, как подсохнет, мы с вами можем нанести вот так вот какой-нибудь блестюнчик на кончик, да, чтобы было еще симпатичнее.
смотрелось. Ну, тут они перемешались, потому что не высохли, да. И сверху еще каким-нибудь другим, да, покрытием глянцевым. И тоже получается ничего так симпатично. В общем-то, нормальные лаки, хорошо наносятся. Были у нас как-то лаки, которые очень сложно было нанести, они полосили. Так вот этот лак голубой, я его подозревала, что я его смогу нанести таким же образом, так же как-то вот некрасиво. Да, вот видите, второй слой наношу. И я была очень приятно удивлена, когда поняла, что эти лаки не полосят и, в принципе, хорошо лежат. И цвет у них действительно такой красивый, симпатичный. Ну, этот мне, конечно, больше всех понравился, да, как вы видите. Я вообще сорока, я очень люблю блески. Вот, 2 в 3 слоя получается такой вот. Насыщенные такие, блестящие они. Ну, понятно, что при жизни мы с вами вживую на свои ноготочки не будем так вот наносить, получается неаккуратно, но я вам просто вот на примере показала, как оно может хорошо смотреться, в принципе, в перемешку, там, когда несколько цветов и так далее, и так далее. Ну, это все будет слой делать немножко толще и немножко дольше. Нужно ждать, пока они высохнут. В общем-то, симпатично, довольно-таки достойно, да, то есть довольно-таки ничего, хорошо смотрится. Склеила их, да, между собой. И вот в этот синий тоже можно немножко добавить таких, немножечко, да, бликов от более светлого, и уже получится опять-таки новый эффект. То есть 3 упаковки создать можно, ну, в голубых, я имею в виду, тонах, создать можно очень много различных таких вот абсолютно разных направлений, да. Там пол ногтя, например, накрасить, еще как-то, да, блесточки сочетать. В общем, интересно. Интересная линеечка, хорошенькая. Ну, запах как от обычного лака получается. И смотрите, вот этот лак, он смешался. И получилось очень даже ничего, да, видите, смешался так, провалился туда, в этот лак, готовый такой вот, готовое решение, такой готовый маникюр, если не дожидать, да, когда он высохнет, то есть, допустим, нанесли, не знаю даже сейчас, что получится, у меня уже кончилось, да, нанесли, и сразу же наносите на кончик еще вот этот, да, и они потом, получается, перемешиваются, и здорово. И сами по себе разглаживаются, да? И эффект такой вот симпатичный. Сейчас так модно получается, да? То есть вот так вот будет. Ну все, лаки показала. Не выдержала моя душа, убрала лаки и чуть-чуть себе подкрасила. Да, ну это у меня гелевое покрытие. Я, если честно, лаки не люблю. По той простой причине, что мне просто неохота там каждые 3 дня делать маникюр, педикюр. Это слишком много времени занимает. Я, к сожалению, занятой человек. Далее, значит, бальзам для губ серии Beauty Cafe. Понравился бальзамчик. Хорошо увлажняет, хорошо за губками ухаживает. У него очень приятный вкус, никакого нет оттеночка. Аромат такой какой-то есть легкий, приятный. Вот тут, значит, оранж он, да, идет, но на самом деле у него какой-то персиковый вкус мне показался, да. Ну вот мой язык персиковый вкус почему-то увидел. А далее, смотрите, значит, это не VIP новинки. Это я заказала на отдых. SPF 15. Очень мне, в принципе, он нравится. Почему? Потому что он идет не только как дневной крем для лица SPF 15, но он еще и активизирует микроциркуляцию в тканях кожи, заряжает клетки энергии, возвращает сияющий цвет, специальные фильтры обеспечивают защиту от солнечных лучей, предотвращают пигментацию, а у меня с пигментацией, конечно же, есть проблемы. Также тут идет технология 4D Target, которая питает клетки кислородом, улучшает кровоснабжение, делает антиоксидантную защиту и усиливает все активные добавки. Значит, вот так вот он распечатывается, буквально меньше, чем через месяц я уже им буду пользоваться. Думаю, на ютубе вы увидите все, где я, что я, да, то есть он вот такой вот обычный, ну, видно, что он со СПФ-очкой, у него невероятно легкое нанесение, приятное, и плюс ко всему, он, чем он мне понравился, он имеет легкий, еле уловимый, но все-таки светорассеивающий пигмент, который визуально сглаживает все неровности кожи, оптически уменьшает морщинки. Этот эффект не сильный, прям не вау крутой, да, то есть не как там от шприца через час, да, морщинки уходит, но все-таки, когда жара, когда 40 градусов, когда самое пекло, когда ты потеешь, то ты понимаешь, что все-таки это лучше, чем ничего, и это как бы не блер, но и все-таки и защита, и оптический эффект, и все, и как-то кожа
на самом деле становится лучше, приятнее. Вот этот вот легкий такой вот блеск, да, уже полностью впитался, когда крем можно уже посмотреть, да, вот такой как бы легкое какое-то отзеркаливание, что ли, вот этих вот морщинок. Далее взяла я для себя вот такое вот средство еще раз, спрей на водной основе. Он наносится легкой дымкой, быстро высыхает. Не еще раз, а впервые. Значит, его не было в наличии. Это идет, получается, фиксатор макияжа. Протеины шелка, неоцинт, да, то есть стойкий макияж без эффекта липкости, жирного блеска на весь день. Я его попробовала всего лишь один раз, но он мне понравился тем, что он распыляется. Да, вот видите, я его распылила, и он так нежненько-нежненько, у него приятный аромат. Макияж действительно он фиксирует, с ним лучше, чем без него. Буду пробовать дальше, буду смотреть, как при жаре, как при гулянках, еще что-то, потому что он мне пришел вчера, я особо много не успела протестировать. Вот, он уменьшает жирность кожи, протеины шелка помогают удерживать влагу в коже, спрей на водной основе, наносится легкой дымкой и быстро высыхает. Да, все это так, то есть вы накрасились и нанесли спрейчик на себя, да, вот этот вот, он будет фиксировать, как говорится, но на данный момент я бы хотела его протестировать получше, чтобы вам все это дело говорить. Дальше, смотрите, взяла еще одну такую сывороточку праймер для сияния кожи, она идет под макияж, кожа действительно гладкая, сияющая, ее выравнивает, а также идет расслабляющее, успокаивающее действие на кожу, она тут же делает цвет лица лучше, как-то вот выравнивает, и, ну, вы знаете, буквально за минуту вы видоизменяетесь, и вот этот эффект мне очень понравился. Да, действительно, получается отдохнувший здоровый вид, поэтому я прям ее взяла второй раз, потому что мне кажется, что такую красоту разберут быстро, да. Если вот это еще не протестировано и мало кем протестировано, я еще сомневаюсь, да, то есть то вот это прям мне понравилось очень. Артикул 6510. Далее, увлажняющий гель-трансформер для лица. А поверите или нет, но мне с ним делают макияж. Ой, не макияж, а массаж лица, простите, что-то я думаю о макияже и говорю макияж. 50 миллилитров, артикул 0875. Он витаминизированный, он действительно хорошо увлажняет, он действительно классно так заряжает кожу, и его надо совсем чуть-чуть, и он превращается в воду при нанесении, у него приятный аромат. В общем-то, он мне нравится, я с него всегда кайфую. Вот как он вышел, мне его еще первый раз подарили на встрече какой-то от Faberlic, по-моему, встреча Лиги предпринимателей или что-то типа этого, я уже сейчас не вспомню точно. Далее, патчи заказала гидрогель. Я их заказала с собой в отпуск. Почему эти? В принципе, разницы между этими теми я не вижу. Но эти как-то вот между зелеными, да, и вот Эйсеул. Они действительно оба классные, оба хорошенькие. Но вот эту упаковочку я пока не буду раскрывать. У меня есть открытая. Я ее буквально недавно раскрыла. И очень даже довольна этим средством. Чем оно мне понравилось? Прям усосалось, да? Ну, то, что они такие розовенькие, симпатичные. Да, такие вот. Прям хорошенькие, они хорошо лежат на коже, я каждое утро ими пользуюсь, и эффект от них потрясающий, то есть они все выравнивают, веки выравнивают, лицо выравнивают, как-то вот мне понравилось это ощущение, и, конечно же, они легко очень протыкаются, да, видите, я их потыкала, и вот они дырочки, да, то есть они такие вот хрупкие, что ли, да, то есть, ну, как вы видите, упаковочка уже начала убывать. Я довольна, и я их возьму с собой на отдых, себе, мужу, с утра накладывать, я думаю, будет прикольно. Они практически смешиваются, да, мне кажется, в них можно и на завтрак будет сходить легко. Вот, такая вот красота с артикулом 0916, их тут 60 штук, и по идее их должно хватить на 30 дней. Единственный минус, у них маленький срок открытия, кто-то меня спрашивал, надо ли их хранить в холодильнике, да, их лучше хранить в холодильнике для более классного эффекта, потому что глаза любят холод. Вот, а так полтора месяца они могут служить открытыми, то есть где-то день-два можно пропустить, но не более. Далее массаж желе, артикул 2605, ни разу его еще не пробовала, жду массажистку, она должна ко мне прийти с 26 числа, вот я ей подсуну, что она скажет, а потом в пустых баночках я вам быстро про это дело расскажу, потому что она делает массаж мне, Вике, маме, ну, Вике мы делаем, конечно же, с детским кремом, а маме мне кажется, быстро закончится эта баночка, потому что она идет 100 миллилитров, тут идет нежнейшая текстура, желе дарит коже мягкость, бархатистость, приятно прикасаться, тонкий аромат, снимает напряжение, усталость, пробуждает чувства. Ну что ж, будем смотреть. Значит, такое вот оно массажное желе. Угу. Самое любопытно. Обычно я его тестирую, но сейчас просто у меня есть возможность протестировать его получше. Не просто, да, помазать
я понимаю, что оно массажное, оно, да, то есть такое вот, прям интересное, да, давайте вот тут все уже впиталось, да, очень, кстати, удобно, такое склизенькое, приятненькое. Ох, ребята, какой крутой аромат. Ну да, мне кажется, оно будет очень долгоиграющим, потому что прям реально такое массажное. Надолго хватит. Я прям чувствую, что да, надолго. Одного такого нанесения. Ну, в общем, будем смотреть, будем пробовать, что скажет массажист. Придет 27-го она ко мне, я ей сразу эту баночку поставлю. Скажу, за сколько она кончается, если делать массаж на все тело, кроме лица. Понятно, что лицо мы делаем вот с этим. Вот, в общем, будем смотреть. Интересная VIP-новинка с обалденным... Ой, я не могу. Обалденный вот этот аромат всей линейки Луника. Просто в душу, сердце. Я хочу такой парфюм. Вот я... Очень хочу такой парфюм, такой гель для душа, такой крем для тела. Мне прям хочется, чтобы эта линейка была не только для интимной гигиены, да, но чтобы она была вообще целиком и вся прямо вот со всеми ароматами. Далее, кислородный бальзам, тоже с собой в отпуск берем. Артикул 5806, это классная штука, от, если вы сгорели, наносите, от укусов комаров, там, да, то есть царапины какие-то, он все быстро заживляет. Это что-то типа космецевтики, что-то типа вот нашей аптечки. Конечно же, по Like Faberlic, артикул 369 30 69, не знаю, наругает меня компания Faberlic или нет, но Like Faberlic скоро заканчивается, но у нас с вами скоро будет цифровой форум, где новую акцию Like Faberlic объявят, типа Like Faberlic, да, то есть на замену Like Faberlic. И конечно же, мне хочется вас предостеречь, чтобы вот кто делает 1000 рублей и забирает продукт по Like Faberlic со скидкой 70%, чтобы они продолжали, обязательно продолжайте делать 1000 рублей, чтобы у вас не сгорело вот это вот, потому что вы сможете с Like Faberlic перейти в новую программу, которая вам должна очень сильно понравиться. Большего я ничего не могу сказать, я могу только вас попросить не прекращать, потому что Like Faberlic с одной стороны заканчивается, но приходит какая-то другая программа на смену, где тоже будет вот такая вот программа лояльности, которая очень похожа будет по действию по Like Faberlic. Далее, новый гель для душа с обалденным таким вот кислым, сочным, приятным лаймовым ароматом. Называется он Япония. Значит, что тут написано? Он, кстати, хорошо пенится, не сушит кожу. В общем, он такой суперский. Так, открывает новому... Так, противоположности, она открыта новому традиции, ощущает прохладный прозрачный аромат японского лимона. Да, приправленный терпкими нотами японского базилика. Но вот базилик я не почувствовала, но лимон прям бьет в нос, прям яркий, сильный такой аромат. Значит, перенеситесь в атмосферу вдохновляющих контрастов страны восходящего солнца. Артикул 2643 однозначно понравился, рекомендую, попробуйте, поднимет настроение. Мне кажется, что он будет очень таким классным и бодрящим. А далее шампунь, глубокое очищение, увлажнение. Да, такой вот он консистенции. Вот запах. Ну, практически нет никакого запаха. Он есть, но он легкий, неприятный, не достает, не раздражает. То есть такой. То есть он у нас уже был, по-моему, можжевельник и облепиха для жирных волос. Это Катюшкин, конечно же, у нас у Кати жирные волосы. Артикул 1273 в большом объеме 400 мл. Ну что ж, в пустых баночках обязательно об этой новинке расскажу. Так, убежала с той стороны стола, перешла на этот. Во-первых, хочется похвастаться, сейчас всем вкладывают в подарок вот такие вот батончики от заказа в 1000 рублей. А не упустите такую возможность, получите вот такие классные батончики. Мне и под Катюшкиным регистрационным номером по одному батончику вложили. Это здорово, ребят, это классно. Поэтому, и, кстати, батончики очень даже вкусные. И натуральные, и без сахара, и полезные. Три средства для мытья окон и зеркал, тоже не VIP-новинка. Артикул 1148, будем мыть окна в мае, поэтому пора. Далее куча чаев с ломтиками ананаса, с имбирем, семенами чиа, в общем-то, да, то есть тут различные чаи, их очень много, люблю, обожаю. Мой самый любимый чай, это, конечно же, фисташковый с ромашкой, это черный чай, но я его приравниваю чуть ли не к улуну, потому что он великолепный, просто вкусный. Чаи тоже натуральные, без красителей, без отдушек, пробуйте. Артикул 16053. Далее, смотрите, я уже про него тоже снимала, это тоже не новинка. Самое классное, самое интересное, то, что мне прописали пить глюкозамин. И я начала смотреть, и глюкозамин тут, по-моему, был, да, коллаген,
инулин, порошок свеклы, так, гидролизат, так, глюкозаминосульфат, да, то есть я решила попить наш внутренний Доброген, а это мне глюкозамин прописал пить наш мануал, мануальный терапевт, потому что у меня хондроз очень давно, я в 19 лет потаскала мешки на макаронной фабрике, где, в принципе, оставила здоровье своей спины в подарок этому заводу, который закрылся потом, значит, артикул 157-29, в принципе, для профилактики, чтобы сосуды, ну, колени, там вот это все, это, конечно, очень важно и нужно. Далее, абсолютно новый продукт, семена чиа. Очень безумно счастлива, что они вернулись. Я обожаю их добавлять в йогурт и ждать, пока они набухнут, потом все это кушать. Я просто обожаю. И, конечно, я счастлива, что они появились и у нас. Давайте открывать, смотреть. Мне кажется, что это обычные семена. А недавно у кого-то со своей командой смотрела, что они с какого-то сайта заказали семена чиа. Ну, так вот они у нас теперь тоже появились, да, такие вот мелкие. В любое блюдо вы их можете добавлять, они не портят вкус, это классно. Тут идет 20 порций, то есть одному человеку хватит на 20 дней, ну, понятно, каждый день сыпать их везде мы не будем. Я люблю их так вот с йогуртами, там еще с чем-то. Значит, способ применения. Масса не это 200 грамм, артикул 157-54, рекомендуется по приготовлению 1 столовую ложку, это 10 грамм. Добавить в стакан воды, в стакан коктейля, в стакан сока или любого другого напитка. Подождать в течение 30 минут, пока семена впитают жидкость и приобретут желеобразную консистенцию. И перед употреблением тщательно перемешать получившуюся массу. То есть, ну, особо так готовить не нужно. Дальше. Нечаянно заказала один, он у нас появился, его очень долго не было в наличии. Это фитоконцентрат для похудения. Жаль, что один, артикул 157-15, но я уже заказала еще штучек 5. Соль. Ребят, очень удивилась, потому что я не любитель приправ. Я их вообще не ценю, не уважаю, мне они не нравятся. Я вообще люблю все натуральное, вкусненькое такое, да, недосоленное и так далее, и так далее. И, конечно, какое мое удивление, я перелизала, да, вот в прямом смысле, да. То есть я сыпала на ложечку, облизывала, пробовала, а потом запивала кофе, потом второй пробовала. Все понравилось, обалденно. А вот эту вот норвежскую соль для рыбных блюд я вообще использовала в обычный салат. Получилось просто вкусно, просто бомбезно, вот реально. Значит, соль норвежская для рыбных блюд. Это правильная соль, в ней содержится на 30% меньше натрия. А плюс ко всему, эта соль содержит коллаген. И минуточку, где-то еще был какой-то компонент крутой написан. Так, с пониженным, так, чеснок, лук, розмарин, зелень, петрушки, лук зеленый, тмин, коллаген, сок лимона, куркума, пищевые волокна, масло подсолнечное. Что-то еще я тут упустила, но это ладно. Значит, что получается? Содержит коллаген, с пищевыми волокнами, да, я думаю, это важно. Вот она такая и есть, вот как она сейчас тут. Давайте я вот так вот прям увеличу, да, то есть вот тут вот куча всяких таких вот приправочек, и она действительно очень достойная соль. Тут крышечка, открываете, крутите, какую хотите. Таким образом, мы уже попробовали это все в блюде, оно действительно прекрасно. Значит, соль уэльская, это обычная соль, правильная соль, без каких-либо приправ, она мне показалась вообще. Значит, состав: соль с пониженным содержанием натрия, коллаген и пищевые волокна. То есть, вот кто не любит какую-то такую соль, которая еще ароматизирована чем-то, вы можете брать уэльскую и будьте довольны. Так, уэльской, артикул 161-46. Следующая соль идет неаполитанская с базиликом и тимьяном. Тоже очень вкусно. Артикул 16-141. Вот тут она просвечивает. Вы можете прямо ее посмотреть, да, вблизи. Вот она такая вот. Ну, эти полосочки это отсвечивает, да. То есть такая вот солька хорошенькая. Тут тоже идет такой вот составчик. Его сложно сфокусировать, ребят. Она идет, да, то есть чеснок, базилик, тимьян, орегано, перец красный сладкий, гидролизированный коллаген, да, то есть, ну, тут плохо видно. Вот тут уже не по-русски написано, 161-41. Дальше, значит, альпийская с розмарином и орегано, тоже вкусная. Вот прям ни одной нету невкусной. Артикул 16-42. Удивилась. Значит, тут у нас в составе идет розмарин, базилик, лук, орегано, также коллаген, пищевые волокна, сок лимона сухой, экстракт розмарина, натуральный
ароматизатор. Ну, в общем-то, так. Далее, значит, австралийская для ароматного стейка. Ну, мясная, да, 16-144. Значит, состав: кориандр, чеснок, перец черный, базилик, майоран, так, коллаген, волокна, семена пожитника, перец душистый, чабер, зелень петрушки, лавровый лист, масло подсолнечное. В общем, вкусно. 16-44. Она рассыпчатая, нормальная, да, то есть вот через эти три дырочки, раз, два, три, вы можете, получается, легко и просто солить в таких количествах, каких вам хочется, чтобы вам было удобно. А последняя соль — это Нечаев Family Club, такая же датская, подкопченая, самая вкусная, на мой взгляд. Артикул 161-45. И тут у нас состав идет, ох, ребят, как мелко. Значит, паприка копченая, чеснок, горчица, гидролизированный коллаген, куркума, пищевые волокна, базилик, масло подсолнечное, может содержать следы молока, глютеносодержащих злаков, содержание натрия не на 30% меньше. В общем, соль — это очень опасно. Соль — это портит очень большое количество органов, да, у нас внутри, кости и так далее. В общем, там это очень все вредно. Я уже про эту соль посмотрела и хочу вам сказать, что да. Далее, значит, стевия, как обычно, это сахарозаменитель, артикул 156-77, куда же мы без нее. И та-дам-да-дам-да-дам, живица, ребята, живица. Наконец-то она у нас появилась. Она стала с другим артикулом, в другой баночке, но выглядит с таким же точно ароматом, с таким же точно запахом. Вот такая вот она, светло-зеленоватая была, она потемнее, сейчас она посветлее, запах точно-точно такой же. Будем надеяться, что и состав точно-точно такой же остался. Артикул 157-8, 90 тут идет капсул. Состав: масло кедровое. Я думаю, вам плохо тут видно, да? Оболочка капсулы, часто спрашивают, желатин, глицерин. Далее идет комплексная пищевая добавка, медные комплексы, куркумин, живица кедровая. Вот она стала в конце, была в начале, по-моему. Вот, значит, принимать. Способ употребления: взрослым по 3-5 капсул в день, запивая стаканом воды. В общем, такая вот красотища, ребят. Живица вернулась. Масло кедровое, живица. Я взяла пару штучек, начну пить. Ну и, конечно, наши похудейки. Гидрейн и Метаап и Калорий Блок. Лисвита пока нету. Ну, про них я вам говорила очень много и очень часто. Поэтому, я думаю, смысла нет на них заостряться. Но кому нужно, кто хочет действительно качественно похудеть без вреда для здоровья, пишите, я вам она вышли. Далее платье свишо для девочки я взяла, 128-134, я взяла запасное. Ну и далее у нас с вами идут рюкзаки, это тоже новиночки, как вы видите, там еще идет фен. Давайте начнем с рюкзачков. Так, прям хочу остановиться. Кофе по вип-новинкам не дали мне. Вы очень часто спрашиваете, вот пока нету, пока его нету в вип-новинках. Значит, рюкзачки у нас с вами двух видов: синий рюкзак и черный рюкзак. То есть они такие вот интересные, их можно носить как сумочку и можно делать их рюкзаками. То есть вообще очень оригинальная идея, я такого, если честно, не встречала и ни за что бы не догадалась сделать это самой. Да, классно. Итак, давайте же с вами будем смотреть. Значит, такая вот сумочка. Размеры у него получаются, так, минуточку. Рюкзак 27, 40, в скобочках 42, на 36, на 11. Ручки 18 сантиметров. Значит, белый, черный и синий. Вот такой вот синий. Это, ну, не скажу, что кожа. Такой интересный очень состав. Как будто клееночка, да, с кожей вперемешку. А далее в таком пакете они пришли, в двойном. Внутри идет, конечно же, ручка. Получается ручка. Парочку кармашков обычных, да, таких вот, я надеюсь, вам видно. Вот тут такой же кармашек, довольно таки глубокий. Ну, в принципе, больше ничего и нету, да. То есть, ну, это влагоудерживающее. Так, на самом деле, это обычная сумочка. Вот, обратите внимание, что это такая вот обычная сумочка. Ничего такого сверхъестественного нету, да. То есть, такой же тут кармашек. Раз. И внутренний есть такой вот кармашек, скорее всего. Это кармашек. А, ну да, да. Это кармашек. Закрывается. Тут такая вот какая-то висюлечка есть. Сам он весь прошит, да. То есть крест-накрест ромбиками сделан. И вот сюда вот прикрепляются, да, вот это все.
Вот, единственное, не поняла, где вот тут вот, как вот это вот скреплять. Это, наверное, как-то вот таким вот образом и все, да, то есть и рюкзак готов. Я так понимаю, но только наоборот надо было сделать. Но вроде бы, как я поняла, в каталоге вот так оно и сделано, да, вот тут вот, на эту защелочку. То есть хотите, носите сумочкой, хотите, носите рюкзачком, вот к нему регулирующиеся, как вы видите, лямочки, все удобно и хорошо. Следующий рюкзачок более такой контрастный, и мне прям захотелось, да, самой им пользоваться, воспользоваться, потому что одежды сейчас у меня много всякой разной. То есть он абсолютно точно такой же, просто окрашен другой цвет, внутренности тут черные, также вложено, если хотите носить рюкзачком, да, ремешок для рюкзачка, который вот в этом месте подцепляется. В принципе, ткань тоже такая вот искусственная кожа, ручки длинные, черные, удобно со всех ракурсов, симпатично, вообще симпатично. И сумочка такая качественная, хорошая, тяжеленькая, срок службы, гарантийный срок, вернее, написано месяц, ну, в принципе, посмотрим, как оно будет в носке, но я прям довольна, что такой вот есть у нас. Еще одно глобальное такое событие в продукции, в мире продукции компании Faberlic, началась появляться мелкая бытовая техника, ну и, конечно же, появился также и фен для волос. Я, если честно, очень довольна. Значит, он не сушит, а не пересушивает. У него идет складная подставка, съемный фильтр для легкой очистки, что это тоже, я думаю, немаловажно, да? С 20% скидкой он будет стоить дешевле, чем 3500. Так, далее, значит, что про него говорится. Это высокоэффективный фен мощностью 2000 Вт, создает до 60 метров в квадрате, да, воздуха в час. Материалы изделия — это пластик, нержавеющая сталь. Размер, значит, у фена идет, получается, 17 на 27,5 на 8,4. Ну и коробка 23 на 9,5 на 28. Мне уже спрашивали, что это за фен. Фен мне, ребята, очень понравился. Артикул 910-190. Такой вот он суперский. Можно его, получается, смотреть на подставочке. Плюс у него есть функция ионизации для максимально бережной сушки волос. Я думаю, это тоже здорово. И ко всему прочему, функция холодный воздух для фиксации есть. 3 температурных режима, 2 скорости воздушного потока и такие вот 3 насадочки, или можно использовать без насадочки. Значит, это концентратор с функцией закручивания воздуха 360 градусов, быстрая сушка с легким массажным эффектом. Далее, значит, насадка-диффузор для придания объема и насадка-концентратор. То есть такой вот классный, интересный фен у нас с вами получается. А я думаю, это даже очень даже здорово. Я заказала сразу пару фенов. Значит, артикул, напомню, 910-190. Так, значит, такая вот упаковочка. Все тут написано. Все здорово, да, сколько тут режимов всего. Конечно же, мне понравилась вот эта вот подставка. Это что-то с чем-то очень интересное. Давайте смотреть, что тут есть. Так, коробка. Ну, это вот эта вот как раз та самая насадочка-концентратор. Да, обычная такая довольно-таки плотная пластмасска. А далее, конечно же, нотация к продукту. Наверное, тут и гарантия, и все. Так, дальше, значит, сам фен. В пакете, значит, достаем. Ну, такая, знаете, обычная насадка, довольно-таки крепко хорошая, как, в принципе, во всех и остальных фенах бывает. Так, тут, значит, такая вот, да, то есть она, ну, закручивается, да. То есть, наверное, для завивки или для чего это, ребят, объясните мне, я не понимаю. А вот, ну и сам фен, да, то есть есть функция холодный воздух, нажимаете во время сушки. Также есть холодное, горячее, да, вот эти вот три режимчика. В принципе, все очень даже симпатично. Вот эта сеточка вообще в тему. Я помню, у меня у сестры был фен, он зажевывал волосы из-за того, что тут были, да, то есть не было сетки, но это уже, наверное, прошлый век. Вот, очень такой он приятный на ощупь, да, то есть это не такая пластмасса, а какая-то такая приятная пластмасса, можно так сказать.
Тут, конечно же, шнур не крутится, можно перекрутиться. Есть вот это плохо, что шнур не крутится. Также тут есть, получается, петелька для того, чтобы этот фен повесить, например, в ванной, да, или где вы там. Шнур, в принципе, довольно-таки длинный, но не супер длинный. Вот для меня важно, чтобы фен был длинный, потому что когда вот... Ну и, конечно, по габаритности брать с собой такой фен не очень-то легкая затея, да, довольно-таки крупно и некомпактно, но для использования дома очень даже здорово. Мощность такая, что прямо ого-го, я уже привыкла к таким мощностям, конечно. Ко мне девочки ходят с профессиональными фенами. В общем-то, я их потом как-нибудь, да, когда она ко мне придет, будет мне сушить голову. Он легкий, он не тяжелый, прям не супер такой тяжелый. В общем, я попрошу, чтобы она меня посушила этим феном, вот с этими насадками. Я сниму для вас отдельное видео. Это будет уже довольно-таки скоро. Вот, буду счастлива поделиться мнением специалиста об этом фене. Ну, тут, конечно, вот эта вот пластмасска, она очень такая. Ее можно сломать, переломить, если надавить, потому что она такая нежненькая, но функция тоже прекрасная. Прикольно. Андрей Бурматиков говорил, или не Андрей Бурматиков, в общем, кто-то на цифровом форуме говорил, что можно ставить вот таким образом и сушить одежду, что очень даже интересно. Да, ну и последняя фитнес-новиночка у нас с вами получается. Остальное все я быстро покажу, потому что там просто размер был, замена размера. Значит, это фитнес-ленты, 3 штуки. Да, такие вот обычные, классные. Почему я ждала именно наши фитнес-ленты? Потому что я до этого покупала от Demix. И они при занятиях щипают кожу, когда вот так растягиваете ленту. И когда она вот сужается обратно, да, сходится, они защипывали ленту. Это, слава богу, не ленту, а кожу. Это, слава богу, кожу не щипает. Я сейчас натягиваю довольно-таки сильно, и кожа не щипается. О, как хорошо! Вот это самое такое важное. Кто спортом не занимается, конечно, для них какая разница, да, какие фитнес-ленты. Я же, когда у меня муж порвал фитнес-ленту от Faberlic, и фитнес-лент на сайте не было, поехала в спортмастер от фирмы Demix, купила ленты, а это просто ужас был. Они мне депиляцию чуть ли не делали, эти ленты. Вот понимаете, до чего? До чего доходит. Да, значит, эти ленты, да, я одобряю, мне не нравится уже как практик, я уже чувствую, что они будут классными. Значит, бирюзовый, да, нагрузка получается 6,5 килограмм, но тут бирюзы, если честно, не вижу, я вижу, может быть, на камеру и есть какая-то бирюза, но я вижу чисто зеленый. Значит, желтый 9 килограмм и серый 11 килограмм. Взяла парочку упаковок, потому что, мне кажется, спортсмены такое добро разберут быстро, очень-очень удобно. Те я уже с удовольствием выкину, дабы не мучиться. Ну и то, что я заменила какие VIP-новинки на другие, какие размеры нам не подошли, то, что я подзаказала, что мне понравилось, сейчас вам покажу. Значит, тут 1 минута будет без распаковки. Значит, вот эти кепочки нам понравились, я заказала еще по одной, потому что мы кепки каждый день в жару стираем. Носков Виктории взяла, да, различных цветов, и еще придется белые покупать в магазине. Все-таки обычные белые носки, они бывают часто нужны, особенно когда куда-то идете, хочется, чтобы все ко всему подходило. Ну и такие вот цветные носочки я взяла с удовольствием, Викуська в них уже бегает, прыгает, они очень даже износостойкие, все отлично, все замечательно. А линеечка Love меня порадовала. Что еще взяла на замену? Это вот папе я перезаказала. Открою. Вот такие вот кроссовки. Да, то есть у него 42 размер. Мама сказала, нет, 43. 40, из 43 он выпадывал. И вот 42 я ему перезаказала. Он уже примерил вот этот вот кроссовочек. Сказал, все отлично. Я говорю, все хорошо. Я тогда говорю своим подписчикам, что они идут размер в размер. То есть вот перезаказанная вещь. Самое классное, что ему тут понравилось. Он говорит, я зашнуровал и открываю-закрываю, да, на этот замок и их одеваю. То есть не нужно каждый раз зашнуровываться. Ну и папам своим и мужу вот еще парочку таких кроссовок заказала. Артикул 885-924. У папы 43, кстати, размер. Они ему слегка, чуть-чуть великоваты. Он сказал, нет, я не буду, говорит, оставлять такие. Вот, такие, если я перезаказала на 42, то такие он оставил 43 размер. Хотя они идут размер в размер. И вот сейчас мужу и папе тоже заказала. Папе тоже посылаю. Заказ, ребят, у меня в этом каталоге просто огромный. Около 600 баллов, и все нужно. И нечего даже вернуть на возврат. Я еще подумаю о
синей сумке, о синем рюкзаке, да, то есть я думаю, с чем его вот, а вот белый с черным рюкзак, я его оставляю, мне как раз скоро в путешествии, и там до такой степени все будет надежно упаковано, что мне нравится рюкзак, когда особенно с ребенком по аэропорту за руку бегаешь, это прям круто. Ну и все мамочки поймут, что круче, рюкзак все-таки или сумочка, которую надо с собой носить, одна рука занята сумкой, другая рука занята ребенком, и ничего не получается, да, в этой жизни сделать нормально. Поэтому все, всем пока-пока. Вот, посоветуйте по поводу синего рюкзака, с чем его, потому что он такой темно-синий, что прям темнущий. Или мне его оставить, потому что мы же потом еще в отпуск поедем, и маме тоже будет удобно не сумку в руке таскать, а вот такой рюкзак на себя надеть, потому что у мамы рюкзаков нету. Я думаю, что да, я ничего не верну. Ну, не этот, конечно, заказ 600 баллов, а суммарно за весь каталог у меня вышло 600 баллов. Конечно, да, крутой очень заказ. Ну все, все вам рассказала. Всем пока-пока. Удачи вам всем, роста, чтобы все было хорошо. И классных вам покупочек.